сезон необычный, очень раннее начало игр и очень сложнейший, тяжелый волейбольный марафон на спартакиаде. Вот это было то испытание, которое прошла команда, девочки и тренерский штаб. Мы все вместе. В целом понравилось начало сезона. Ну, понятно, что не хватило силенок на финале. Команды только что формируются. У нас на спартакиаде в основном составе из 7 основных игроков 5 были новичков. Ну, у меня хорошие ожидания от сезона и от той работы, которая сейчас идет в команде. Я могу сказать, что для нас это был очень такой серьезный турнир в плане, опять же, обкатки определенной. Мы никогда не проводили столько матчей с сильными командами в начале чемпионата. Да. То есть здесь выявились сразу те вопросы, те задачи, которые в течение нашего нынешнего времени мы пытаемся решить для того, чтобы команда уже отлично обрела какой-то рисунок, какую-то стабильность в своей игре. Конечно, еще рано об этом говорить, но тем не менее, я повторю, в принципе, после этого турнира стало все понятно. Клуб дал лучшие условия и проживание, и питание, зал очень хороший, поэтому, ну, что, как тут можно жаловаться, все отлично.